Координаты вашей подруги. Двоюродной тети. Спасибо. А можно телефон? Прошу. Что эта программа может найти любого человека? Хотите, найдем, как его? Ну, у кого ваши документы? Тыр-тырыча. Это фамилия, что ли, такая белорусская? Это сокращенно от Виктора Викторовича, мой начальник из Минска. У меня в базе все европейские столицы. Скажите только фамилию и год рождения. А если человек не хочет, чтобы его нашли? В смысле преступник? В смысле тайны частной жизни. Какие тайны в 21 веке? Мобильный заблокирован, а дома никто не отвечает. А она вообще знает, что вы должны прийти? Я живу у нее, когда в Москве. Ключи были в сумке. Ну, тогда она вполне могла себе позволить частную жизнь. Я подожду ее у подъезда на лавочке. Спасибо вам большое. Теперь хоть знаю, у какого. Мог бы хоть кофе предложить. Хоть кофе попить? Нет, я пойду. Спасибо. Если она останется пить кофе, одну маленькую чашечку, ты ее до утра не выставишь. Ну, если только маленькую чашечку. Больше, чем ему. Но и не тяни, пока это никому не будет нужно. Что это? Совсем дура. Это не я дура. Это Наташа сволочь загуляла. Мне что, теперь за меня всю ночь у подъезда сидеть на лавочке? Я устала, я спать хочу. У вас женская косметика? Не может быть. Я не гей. И не женах, и не монат. В смысле, не монах, и не женат. И не гей. И да, у меня бывают девушки. Я попользуюсь, можно? Кремом. Можно все. Эта Вероника будет ломаться до утра. Все жилы вытянет, пока даст до нее дотронуться. А потом скажет, что нашла смысл жизни. И ты от нее не отвяжешься. Ты от него не отвяжешься. Он тебя до утра уламывать будет. Всю душу вынет, пока ты не снимешь трусы. Я что, не могу его просто послать? А ты не можешь вообще ее послать? Могу. Но она обидится. Он обидится? Пусть обидится. Oh.
пойдем. Я из той гипермаркета решил тебе подарочки прикупить. Платье нравится? А боди такой, закачаешься. А ты что, еще спишь? Ну иди досыпай, так и быть, подам тебе кофе в постель. Между прочим, если бы ты дал мне ключи, мог бы каждое утро кофе получать в постель. Если бы я дал ключи, ты бы сама захотела кофе в постели. Мы могли бы составить график. Кто спал у тебя на диване? Я. Кто-то спит в спальне? Спасибо за то, что вы для меня сделали, и за то, что не стали делать. Вероника. Заметь, мы спали в разных постелях. Сволочь ты, Емельянов. Маш, ну я ж тебе клятву верности не давал. Мог бы хотя бы скрыть. Да ты мне даже шансов не оставила. Пришла без объявления войны. Позвонила бы я, может... Да чего тут скрывать-то? Да пошел ты! Пойду, правда, умоюсь. Я забираю свои вещи. Обиделась. Машка ревнивая, но отходчивая. Покричит и простит. Да при чем тут Машка? Я про Веронику. А при чем тут Вероника? Ай.